2017 году запланировано к ремонту более 1800 километров региональных дорог и более 750 километров муниципальных. При таком объеме работ необходим соответствующий контроль качества и сроков исполнения работ. Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разработана автоматизированная система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. В систему вносятся данные по каждой дороге. После внесения данные становятся доступны для подрядчиков и производителей работ посредством мобильного приложения. Перед тем, как приступить к работе, подрядчик осуществляет видеосъемку для подтверждения факта начала работ. Ежедневно и без выходных с 8 часов утра сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области осуществляют контроль за производством работ. При выявлении проблем сотрудники связываются со всеми ответственными лицами для выяснения причин и помощи в решении рабочих вопросов. В результате реализации нового подхода к контролю и планированию работ в области дорожной инфраструктуры стало возможным получение подробных оперативных данных по текущим работам на объектах. В 5 раз повысились объемы работ в первом полугодии 2017 года в сравнении с предыдущим. В 3 раза увеличилось количество завершенных объектов и значительно повысилось качество выполненных работ.